Сладкие угощения, воздушные шары и отличное настроение. Праздновать 50-летие дома по улице Рост, 54, кажется, собрался весь двор. В числе первых поздравили Веру Фролову. В доме юбиляре она живет с первого дня. Более того, Вера Николаевна, которой сегодня 79, будучи молодой девушкой, принимала самое активное участие в строительстве пятиэтажки. Сложно представить, хрупкая на вид женщина в те времена освоила совсем не женскую профессию. Работала сварщиком. Было 40 мужчин, я 41-я была. Были бригады очень большие. Я старалась трудную работу не перекладывать ни на кого. Если я что-то сделала, отвечаю я. На юбилей родного дома много говорили о прошлом, вспоминали, как все начиналось. Дому 50, а смотрится практически как новенький. Потому отдельные слова благодарности звучали в адрес управляющей компании «Сочи Жилсервис». В управлении предприятия на улицах Рост, Конституции, Горького, Новогинской и Воровского 35 домов. Каждая компания старается поддерживать в идеальных условиях, рассказывают жители. Так только за последнее время отремонтировано 40 подъездов. И это только начало. Очень довольна. Вот даже вот у нас как дети. Всегда вот порядок во дворе вроде, да, сетки, все, где порвали, где-то. Позвонила, пришли, поменяли. Во всех подъездах у нас ремонт. В подвале потихоньку канализацию поменяли, там все уже делают. Потихоньку, не все сразу. На праздники снова и снова возвращались к истории. Юбилей все-таки есть что вспомнить. Кстати, дом на Рос управляющей компании достался в наследство от еще старого РЭУ. «Сочи Жилсервис» является непосредственно правопреемником организации МУПРЭО-1. Значит, и большая часть жилого фонда, которая находилась в той организации еще при Советском Союзе, находится в управляющей компании «Сочи Жилсервис». И, соответственно, мы эти традиции не нарушаем, а наоборот приумножаем и поддерживаем. Руководство предприятия всю историю своих домов бережно хранит вот в таких альбомах. На фотографиях дома образцов 70-х, 80-х, будни и праздники управляющей компании. Отдельные страницы посвящены мероприятиям – спортивным, творческим и развлекательным. Подобным тому, который провели сегодня. Намечается новая традиция, говорят в управляющей компании. Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».